Так, завела машину, опять вышла. Мужа ждут в машине. Едем на массаж. Ох, я рюкзак так и не снимаю, чтобы сразу быстренько. Я еще сегодня мочу и колени сдам. Вот. И буду звонить сегодня к нефрологу записываться, потому что вчера почему-то не рабочий день был, оказался. Вот, так что утро начинается. Всем доброе утро. Едем. Утро начинается у меня с массажа. Ой, нажала. Пришла, кабинет закрыт. Понедельник, среда, пятница работают, а сегодня вторник. Уже такое все зеленое. Птички поют. Трава уже такая высокая. Деревья, все расцветало. Цветы. Такая красота. Скоро лето. Как прекрасно, боже мой. Жизнь просто прекрасна. Иду, кайфую от природы. Знаете, о чем я мечтаю? Я мечтаю, чтобы в этом году разрешили в Одессе купаться. Я хочу на море, девочки. Хотя бы в Одессу. Хотя бы на недельку. Я так хочу на море, на наше море хочу. Ой. Я так надеюсь, что где-то разрешат купаться. Но говорят, что из-за штормов отрываются мины и плавают никак. Нельзя. Но мечтать не вредно. Мечты сбываются. Собака лает постоянно, чтобы палочку ей хозяйка кидала. Сижу и кайфую от собак. Какие тут только не проходили. Все такие прикольные, каждая по-своему. Нет, собаки это кайф просто. Ой, посидела чуть-чуть на лавочке. Тут кое-что ищу. Ищу. Хочу кое-что очень сильно. Но денег нету. На хорошее. Так, иду домой. А сейчас буду кушать, активно готовить. Так, показывала новый способ приготовления печени. Значит, порезала печень такими кусочками, какими хотите, можете резать. И добавила столовую 2 ложки соды. Потом каждый кусочек хорошо промыла отдельно, чтобы нигде, нигде сода. Оставляете в соде где-то на час. Так, оставляете где-то на час в соде, потом промываете. Вот хорошо каждый кусочек. И соль, перец я добавила. Вот такие вот. Такую приправу очень люблю ее, она очень вкусная. Вот. Добавила хмели в туннели. Вот. И добавила приправу к шашлыку. Вот. Все. И жарю на растительном масле. Печень очень мягкая получается. Смотрите. Она, когда вы ее жарите, так вилочкой делаете, она уже готова. Чувствуете прямо, что она мягенькая. Я жарю просто на масле, без муки, как я обычно делаю. Я после каждой порции печени мою сковородку. Так, чёночка, чай готова. Я убираю кастрюльку, накрываю крышечкой. Печёночка моя постояла в кастрюле под крышкой. Я добавила лучок жареный, горячий. Все, сейчас пересыплю судочек, приготовила. Все, очень вкусная печень, мягкая-мягкая. Пробуйте, не бойтесь готовить с содой. Прям рекомендую на 100%. Я вообще к таким рецептам, знаете, скептически отношусь. Действительно, очень-очень классно. Вот, так что я сейчас... О, жижулик. Проснулся, услышала, что мама разговаривает, уже идет ко мне. Сейчас перекладываю печеночку в судочек. Вот,
все. Завтра мужу на работу, да, или сегодня вечером мы покушаем, посмотрим. Я сейчас пойду в душ, потому что хочу попасть сегодня в солярий. Вот. Загорать хочу. А так как я после массажа, у меня масло на спине и все такое, я хочу пойти в душ, чтобы массаж хорошо сел на меня. Вот. Такие дела. Так что сейчас буду собираться. Скоро сын на работу на ночную идет. Я собираюсь в зал. Так, еще закончились вот такие мультивитамины у меня. Папа, мама, видите, муж и я принимали. Вот, все закончилось. У меня остался, у мужа вообще ничего не осталось. У меня остался только биотин. Вот. И все, виталины остались, витамины. Ну, у сына еще есть, у дочки старшая. У нас с мужем ничего. У меня биотин последний и все. Сколько там его хоть осталось? Ну, еще прилично. Раз в день принимаю. У меня самая большая дозировка. 10 тысяч. Так. Бегу в Спортлайф на тренировку. Вчера не попала, сегодня попаду. Над озером не пойду. У нас разлилось Днепр и озеро. Поэтому пойду по дорожке. Вот. Сегодня попаду 100%. Ну, я надеюсь, что был. Странно, муж мне что-то не позвонил, чтобы идти в спортзал. Короче, сейчас для него будет сюрприз, наверное. Я хорошо приняла душ. Но зато теперь у меня на голове дурдом из-за того, что в душе мылась. Волос пористый, сразу пушится от влаги. Красиво сегодня были волосы, и все, душ все испортил. Ну, сходила, потому что сейчас пойду в солярий. Вот. Взяла уже бандану на голову в солярий, потому что шапочку хотела купить одноразовую, нельзя. Не было в аптеке, и они сказали, что они отдельно не продаются. Кстати, у меня дома должны быть. Я что-то не посмотрела. Забываю, надо посмотреть. Вот. Так что взяла бандану, завяжу волосы сегодня, потому что сильно сухие становятся. Вот. Что, позанимаюсь сегодня. У меня ноги, вот тут внутренняя часть бедра сегодня посмотрела, изменилась, похудела. Ну, я и хожу много сама по себе. Ну, плюс спортзал. Конечно, классно бы было ходить каждый день в спортзал по 3 часа. Хотя бы по 2 часа, это было бы вообще супер. Вот, ну так не получается. Вот классно, когда каждый день хожу, вообще результат супер классный. Вот, так что у кого есть возможность, надо ходить. Вот, у меня абонемент, по-моему, в июне или в июле заканчивается, так что уже выхожу его, не знаю потом как дальше, посмотрим. Буду брать, не буду. Смотря какая цена будет. Вот. Можно ходить заниматься туда, где виталинка, в зал. А, там, где она боксом занимается, там есть спортзал. Там 100 гривен в день. Вот. Ну, либо же у них есть тоже абонемент. Но как-то там такой он маленький. Все друг друга знают. Какой там... У меня слишком интимный. Не, не хочется туда ходить. Вот. У нас дочь, кстати, прошел. Ладно, все, побежала. Быстрее буду идти. Я еще, знаете, что не договорила. Хотелось бы со спортзала прийти. Ой, трава такая. Надо бы свинке и кролику нарвать. Крыса тоже ест траву. Хотелось бы еще с собаками вокруг озера пройтись. Так классно, вчера гуляли. Вот. Уже, конечно, поздновато вышли. И уже к концу ходили, темно было. Ну ничего.
Мы жулика потеряли один раз. Она отстала. Надо ей фонарик вешать. Со спортзала, муж еще в душе, а я пойду в машину. Что мне ждать его здесь? Поедем сейчас водички наберем. Последний бутыль сегодня остался. Это хорошо, что я супов сейчас не варю. Пришла машина. Мой муж принес с работы такие прикольные конфетки. Я говорю, сам дашь малой, он говорит, пусть у тебя полежат. А я это их бросила. Они где-то там в карман. Думала, в карман положила, они... О, смотрите, какие. Еще второе сейчас найду. Яички. Италинки будут прикольные. А, второй в карман. А, тут дырка. В кармане. Понятно. Короче, два таких яичка. Прикольные. У нас еще тут такая штучка есть с морем. Все увидите сейчас. Смотрите, маленькушка. Сейчас. Ракушка королевская. Манюсенькая, красивая, оранжевая такая. Уже машина тут лежит. Все, жду мужа. Воду поедем набирать. Приехали набрать. Здесь, где мы раньше жили. А, тут очень классно поставили фильтры. Крутые на этот. На бювет с водой. Бесплатная вода. Хорошие фильтры, чистые. Ну, такие вообще там у нас погреб. Его прямо возле нашего погреба фильтры поставили на воду. А бювет там, он муж пошел, не видно. Там вот, о, видно, набирает. Мы уже все набрали, большие бутли. Домой осталось две бутылочки маленькие в машине. Одна в него в спортзал, одна в машине тут стоит. Топорвэ, такая пол-литровая. Или литровая, короче. Вот, а вот дом стоит, где мы, где видно, где мы жили. Прикольный район, но девочки, озера нет. Хотя я тут счастлива была. Но не осознавала своего счастья, к сожалению.